Недавно при изучении закромов лабиринта попалась вот такая книга, новое издание Ридьярда Киплинга «Всегда ваш пес Буц». Повесть в переводе Ирины Токмаковой с иллюстрациями Вадима Челака. Собственно, из-за иллюстраций и издания «Лабиринт пресса» эта книга и была куплена, потому что как бы очень порадовали фотографии, но и оказалось, что на самом деле книга очень хорошо и замечательно издана. Вот она впечатляет уже вот прям начиная с обложки, которая сделана с тиснением и выборочной лакировкой. На видео это, конечно, не очень заметно, но вот на самом деле она таким слегка трехмерным эффектом, вот если пытаться блики половить, то можно его заметить. Тут как вот все контуры, они выделены дополнительно лаком. Ну и, конечно, дальше, значит, когда открываем эту книгу, тут замечательные иллюстрации. О самом содержании книги говорить, конечно, бессмысленно, потому что старая повесть, которая всем давно прекрасно известна, маленькой собачки Буц и его друзья. А в основном это повесть, конечно, его главном друге, гончей Реведжере, судьба которого рассказывается в нескольких отдельных зарисовках, начиная от того момента, когда он был маленьким щенком, потом стал большой гончей и до финала жизни большой красивой собаки. Ну, конечно, очень впечатляет в этой книге иллюстрации, потому что художник, конечно, развернулся от души. Вот такая деталировка, все эти картинки доброй старой Англии, таком в английском стиле, с английским текстом. Это, конечно, очень все впечатляет, очень интересно, очень душевно такая написана книга, трогательная. И, несмотря на то, что это, можно сказать, вообще-то детская совершенно вещь, рассчитана на детей 70 лет, вот ее можно посоветовать читать всей семьей. Ну, интересно. Оценят собаководы. И не собаководы тоже. Ну, поклонники хорошей иллюстрации будут вообще просто в восторге, потому что, ну, тут, конечно, очень красивая, очень хорошо нарисованная книжечка. Очень рекомендую. Вот, пожалуйста, это Реведжер, а это хитрый хромой лис, который учили маленького мальчика правильно охотиться. Он об этом не догадывался. Ну, почитайте, узнаете, если будет интересно. Настоятельно рекомендую. Такую книгу «Всегда ваш пес Буц».